позади шунтирование, до этого ставили два стента, Вадим Иванович шутит. Теперь и сам может быть экспертом по сердечно-сосудистым заболеваниям. Если боль в груди и отдает в левую руку, то чтобы срочно обращались в больницу, звонили 03, ну, либо если есть возможность, сами добирались до больницы. Каждый 13-й россиянин страдает сосудистой патологией. В Новосибирской области больше половины смертей происходит от болезней системы кровообращения. В случае инфаркта миокарда очень важно вовремя поставить диагноз. От того, насколько рано мы можем определить, наступило или нет это заболевание, зависит напрямую жизнь больного и, самое главное, выживет он или нет после коронарной катастрофы и как будет жить с болью, сердечной недостаточностью, с нарушениями ритма или ничего этого пациента не будет. Как сделать так, чтобы диагноз был поставлен максимально быстро? Специалистам Новосибирского научно-производственного объединения стало известно о том, что во время инфаркта миокарда идет максимальный выброс в кровь белка, связывающего жирные кислоты. В Академгородке началась работа над созданием метода, который помог бы уловить кардиомаркеры. У нас стояла такая задача. Первое, тест должен быть очень простым в работе. Второе, значит, тест должен давать достоверный результат. Третье, интерпретация результата должна быть адекватной. И время. То есть это должно занимать не более 20 минут. На разработку тест-системы ушло несколько лет. НИИ терапии и профилактической медицины помог провести клинические испытания. Сначала были обследованы десятки больных в Новосибирске, затем в нескольких российских городах. Это было выполнено на энтузиазме, но по самым строгим канонам и правилам под руководством Национального российского общества терапевтов. Клинические испытания прошли успешно. Специалисты отмечают, тест нагляден и прост в употреблении, оказывает помощь в ранней диагностике острого инфаркта миокарда, особенно в первые 18 часов от начала клинических проявлений. Точность 96%. Эта разработка является существенной в плане импортозамещения, потому что наш экспресс-тест значительно превосходит по своим характеристикам зарубежный аналог немецкий. Вот, это хорошо продемонстрировано. И я думаю, что со временем мы сможем и конкурировать и за границей. Тест рекомендован для использования в реальной клинической практике. В настоящее время разработка используется в нескольких медицинских учреждениях на территории Новосибирской области, а также во многих российских городах. В компании имеется достаточно большое количество оборудования, и позволяющее выпускать до 50 тысяч экспресс-тестов в месяц. Это количество позволит покрыть все необходимые потребности Министерства здравоохранения в диагностике инфаркта миокарда. С 2009 года в России для диагностики инфаркта миокарда было использовано 250 тысяч таких экспресс-тестов.